Вот, вот такая вот красота вот. Тут тоже что-то не работает. У меня на фонтан был. Или что тут? Непонятно, такой мостик. Какая красота тут. Снимать, не переснимать. Везде все продают. Сок или просто гранат. 250 рублей стакан соку. Гранатового можно взять. Тут такой мини-базарчик. Такая вот красота. А это, наверное, санаторий такой вот. Там внутри. И тут такие вот здания красивые. Везде красота. Тут, наверное, или пожарная машина, или еще что-то делают. Тут. Красивые здания везде. Вместе с вами гуляем. Вы смотрите. И я прогуливаю, смотрю. А, тут ремонт делают. Что-то заливают и так далее. Такое здание красивое. Это у нас что тут? Санаторий. Санаторий Москва. Везде все ремонтируют. Кисловодск, ЖД вокзал налево, на перекрестке. Там остановка тут есть. Прекрасно. Все везде. Остановка Уан Исток. Остановка Исток. Тут вот еще остановка Исток, вон он, прямо Исток. Исток. Шубы продают и так далее. Тут перекресток, там перекресток.
О, какое здание красивое. Это такие вот магазинчики. Все продают. Одежду, оптика. Ох, какое красивое здание, красивое. И вон. Вина Кавказа. Такой вот рыночек. Где все продают. Астраханская. Искорная лавка. Чего только нет. А, это Искра. Санаторий. Наверное, Искра. Пункты распродажа. Вот он, папа, вот он еще один бувет. Теперь я понял, где я нахожусь. Вот. Там источник. Тут все продают. Источник минеральных вод. Точек минеральных вод. Кафе «Жемчужина». Польша. Женская одежда, аксессуары. Источник минеральных вод. Вот он. Чего только нет. И шапки, и обувь, и одежда. Меховая фабрика. Четыре сезона. Головные уборы. Головные уборы. Шляпы, кепки, шапки, шарфы, перчатки для мужчин. Скажи, да. Чего только нет. Сувениры, одежда. А сколько увеличилось? От 150 и выше. Тут хлеб. Платки 250 рублей.
Всем пока, всем до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик и ставьте уведомления, чтобы не пропустить первое видео. Всем до новых встреч.